От лица Пугачёвой ничего не осталось. В этом году Алла Борисовна заметно похорошела. Она даже сменила черные балахоны на ультрамодные джинсы и кожаные куртки. Примадонна словно вино с каждым годом становится все лучше и лучше. И теперь все гадают, благодаря чему звезда отечественной эстрады так преобразилась. Как сообщили известный пластический хирург и кандидат медицинских наук Илья Кисляков, Алла Борисовна наложилась под нож как минимум 4 раза. Врач пояснил, что не обладает инсайдерской информацией по поводу пластических операций артистки. По его словам, чисто визуально можно отметить, что Примадонна изменила верхнюю зону лица, лоб и брови, подтянула кожу вокруг глаз и улучшила нижнюю зону лица. Изменения, которые присутствуют у всех женщин возраста Аллы, а ей, между прочим, 68 лет, это как минимум обвисание кожи лица и потеря овала лица, пояснил хирург. Для своих лет Примадонна выглядит так, как не выглядят многие женщины и в 40 лет. Уголки рта не опущены, а отсутствуют мешки под глазами. Доктор обратил внимание на то, что на лбу певицы нет старческих морщин. Он предположил, что Пугачёва прибегла к фронтотемпоральному лифтингу. Эта процедура позволяет уменьшить выраженность горизонтальных и поперечных лобных морщин и приподнять брови. Операцию на веки, по мнению Кислякова, Пугачёва делала несколько раз, причем в разные годы, поскольку глаза на фотографиях разных лет сильно отличаются. Вероятно всего, Примадонне делали блефаропластику, операцию по коррекции формы век. Также пластический хирург уверен, что Пугачёва делали круговую подтяжку лица, включающую подтяжку шейно-позвоночной зоны, пластизмопластику. Поскольку в 68 лет сохранить идеальный овал лица без помощи пластики невозможно. После этой операции на коже лица остаются небольшие рубцы, которые всегда можно скрыть под правильным макияжем и прической. Зато лицо, по мнению хирурга, приобретает более молодой и подтянутый вид. Пропадают брилья и второй подбородок. Кисляков также усомнился в высоких и крупных скулах и щеках певицы, хотя эта черта и была присуща ей в юном возрасте. Врач предположил, что и тут не обошлось без хитростей. По его словам, Пугачёва могла прибегнуть к введению филлеров для восполнения объема или к лифтингу средней зоны для устранения провисания. Кстати, Примадонна никогда не отрицала, что прибегала к помощи пластических хирургов. При этом она неоднократно говорила, что молодость – это состояние души. И выглядеть еще прекраснее можно, когда рядом есть мужчина, который говорит: «Да, я тебя люблю такую, какая ты есть».